Я не думаю, что это поможет Украине вступление в Евросоюз. Почему она так стремится туда и рвется, непонятно. А сейчас в Украине одна из там, самых убыточных экономик в мире. И мы видим, что происходит с Евросоюзом. Многие страны уже на своем собственном примере, со своим собственным опытом поняли, что ничего хорошего они не получили от этого и хотят выйти из Евросоюза. Кроме того, что безработица и не восстанавливается производство и никаких дополнительных субсидий не получает государство, то много таких уже стран, мы видели уже примеры. Что ждет Украина, непонятно. В итоге, я думаю, что будет то же самое.